Здравствуйте, дорогие зрители! Зараз я вам розкажу всю правду про життя учасників проекту Наречена для тата після проекту. Напишіть, будь ласка, яка пара вам подобається найбільше. зі святокумом та його тетянкою знову піднімалось питання меркантильності, що навіть глядачі голосували, чи повірили вони тетяні, чи ні. Але все таки як і експерти, так і інші учасники проекту Наречена для тата сказали, що жінка шукає багатого чоловіка не просто так, не тому, що вона егоїстка, а тому, що вона думає про майбутнє. І я теж Можу сказать еще фраза «женщина хочет только денег», то так говорят лишь те мужчины, которые этих денег дать и не могут. Конечно, женщине нужен обеспеченный мужчина, чтобы кормить потомство, ведь женщина очень уязвимая, тем более еще и когда в положении или с маленьким ребенком, ей нужна защита. Так вот, зрители голосовали, поверили они Тане или нет. И зрители не поверили, они поднимали таблички и показали, что... Табличку сердечка, где они верят Тане, они не поднимают. Но я, например, Тане верю. Просто потому, что она боялась показать искренние чувства. Денис ей понравился. Но она боялась полностью раскрыться и поэтому пряталась за такой маской. Это мое мнение. А нравится ли вам эта пара? Напишите в комментариях.